Всем привет! С вами Ржан, видео под названием «Вопрос-ответ». Ну что, поехали? Вопрос от Алины. Какой твой фильм любимый? Я не очень люблю фильмы, но есть любимый фильм. Шучу, у меня нет любимого фильма, я смотрю только мультики и YouTube. Второй вопрос от Алины. Что ценишь в людях? Я ценю первое, это, конечно же, доброта, вежливость, чтобы человек никогда не врал и чтобы много не матерился. То есть вообще, чтобы не матерился. Ну, там очень много, я забыла, как это называется, это слово. Ну, короче, дальше. Мейбл Диппер спрашивает. Кстати, вообще-то Диппер пишется с двумя П. Ну, здесь одна П. Ну, ладно. У тебя есть в городе Starbucks? Нет, у меня нету Старбакса. Или как это говорится? Я живу в Казахстане, не в Алмате, а в Алмате есть Starbucks. Блин, как это говорится? Старбакс, что? У меня нету в Астане Старбакса. Любишь рисовать сердечки? Да, люблю. Тем более пиксельные. Пиксельные, пиксельные. Третий вопрос от Мейбл Диппер. Любимый смайл ВКонтакте. Вот этот. Этот. Да. Лиза Сафонова спрашивает. Сорки, если я фамилию неправильно сказала. У тебя есть домашнее животное? Нет, но у меня они были. Первое, это когда мы жили на даче, у меня было две собачки. Одна собачка моей сестры, одна собачка моя. Дальше, когда мы переехали, у меня были рыбки, потом маленькая кошечка. Потом, она пропала. Да. Но у меня не очень было много животных. Поехали дальше. Дина Ли, кстати, это моя подружка в реале, спрашивает, какое у тебя любимое число? Даже не знаю, думаю, 10. Ну, четное число, или четное, ну, типа 5-5. Кажется, это не четное. Не четное, что? Короче, не знаю, какое у меня любимое число. И не задумываюсь даже, какое мое любимое число. Какую шоколадку ты любишь? Я люблю от Альпен Гольд. И киндер-сюрприз. Вот. И последний вопрос на сегодняшний день. Кот или собака? Очень сложный выбор, но собака, потому что я год собаки. У меня есть собака, которая не здесь, а на даче. Ну, собака лучше. И кошка тоже, но, блин, это сложный выбор. Но собака... 100% кошка 99, да. Всем пока, с вами был Ржан. Ставьте пальчики вверх, конечно, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, комменты. Всем пока-пока. И, конечно же, пишите вопросы свои в группе ВКонтакте. Пока-пока. Опять я делаю как бы...